Привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. И как вы поняли, сегодня я буду не одна, а с моими подписчицами. Всем привет! Сегодня мы на канале Айки, чему мы очень рады. Да. Это была наша долгожданная встреча, и наконец-то мы увиделись. Это так, это тебе. Это тебе. Я надеюсь, что вы любите суши. Да, конечно. Какие именно вы любите? Все? Да. Все, что движется. Да, все, что есть. Так, теперь мы будем знакомиться и кушать. Да. Будем отвечать на вопросы, а я прям сразу налетаю. Как всегда. Мы привыкли. Слушайте, ребят, если вы увидите, что мы ужасно держим палочки, мы не научились держать палочки, так что, пожалуйста. Без комментариев. Да. Ой. Да. Вот. Сколько кому лет? Мне 16. Мне 15. Да. А, да, точно. Но у меня, кстати, когда я носила брекеты, мне не нужно было. А, ты тоже? А, ну да, да, ты тоже носила брекеты. Я тоже. Мы все носили брекеты. Только я уже сняла, кстати. Но у меня все равно, после даже брекетов, все равно не такие ровные зубы, как бы хотелось бы. Это из-за зубомудрости. Да. Как вам? Какие вкусненькие. Давайте я поухаживаю за вами. Как это мило. Как вам я в жизни? Супер. Это другой человек. Не говорите, что я выгляжу старше. Нет, не то, что старше. Голос низкий, прям такая миленькая девочка. Да. Да? А на видео по-другому? Да, на видео вообще по-другому. На видео немного по... Знаешь, как у тебя грубый получается? Не грубый, просто... Ну, немножечко. На видео голос. Ты уверена? Ну, в общем, она очень классная. Честно. Спасибо, спасибо тебе. Да. Я так рада, что мы наконец-то... Вы представляете, мы, получается, жили в Москве. Да, рассказывайте. Да, и с тех пор смотрим Айку. Да. И, получается, расскажу с самого начала. Давай. Я пришла, значит, с пробежки. С моей подружкой. Ты бегаешь? Да. Ты бегаешь? Бывает. Вот. И, в общем, так получилось. Я пришла, и мне Амина говорит то, что Айка предлагает снять видео с подписчицей. Я думаю, блин, как бы классно было, если бы мы тоже сняли. Все-таки давно тебя смотрим и давно тебя знаем. Да, я прям всегда мечтала с тобой сняться. Вот. И она мне говорит, давай попробуем все-таки. И я решила тебе... В общем, упала. Да. И, в общем, расскажу потом, покушаем. Вы пока кушаете. Вот. И я написала Айке. Я, знаете, как написала, и после пошла переодеваться. Когда она начала переодеваться, я такая одним глазом смотрю именно на эту переписку, и на тот текст, который я написала. А я там написала то, что мы тебя давно очень смотрим, мы бы очень сильно с тобой хотели сняться в видео. Вот. И, в общем... Я смотрю, и там просмотрено, потом уже печатает, мы блин, я думаю, кричали, я сразу кричу Амине, то, что иди сюда быстрее, смотрю, мне Айка пишет. Амина так закричала, и у нас папа, знаете, просто вот так смотрит, что с ними, что случилось, что случилось, вот. В общем, мы очень сильно обрадовались, честно. Я тоже рада знакомству, очень приятно. Девочки мне принесли сладости, на заметку другим подписчикам. Ну, на самом деле, мне это всегда отвечала, постоянно всегда, вот. Тогда, когда я писала. Мне некоторые обижаются, что говорят, что ты не отвечаешь. На самом деле, я отвечаю просто всем нереально. Да, много не обижаешься реально, потому что у нее 40 тысяч, и представляете, каждый пишет какой-то... Каждому ответить это просто нереально, честно. В комментариях в Инстаграме я стараюсь всем отвечать. Ты всем отвечаешь, я прям просматриваю. Молодец. По возможности. Если я буду всем отвечать, я просто не буду успевать видео снимать. Еще ты знаешь как? Когда ты отвечаешь всем, да, и вот подписчики, например, как я, если мне какой-то блогер ответил, я сразу еще больше начинаю за ним следить, там пролайкнул что-то, вот, не да, знаю, он мне больше тоже. Как-то нравится, не знаю. Мне тоже, честно, но они не успевают. Да. Я помню, как я тебя поздравляла с новой работой, с 8 марта, ты мне на все прям отвечала, всегда такая, спасибо большое. Тут написано, кто она вам? Она нам... Никто. Никто, да.
Она просто блогер. Да. А мы просто познакомились в интернете. Да. Вы знаете, вот когда мы с Айсель снимали, я там читала комментарии, там писали, что вот она сняла видео с Айсель, потому что она актриса. Угу. Вот. Нет. Вы же не актриса. Тоже снимают, да, вообще-то. Конечно. Вы да. не актриса, случайно? Нет. Мы не блогеры, не актрисы, не певицы. Мы просто обычные люди. Да. Так что, мне кажется, это просто случай. Вот очень часто мне пишут на почту. Вот, я все это читаю, ребят, и я обязательно кому-нибудь отвечу. Будет еще мукбанки с подписчицей. Куда собирается кто поступать? Давайте немножко о себе вы расскажете. Окей. Я, значит, в 10 классе. Куда хочешь поступать? Я хочу в мед поступить. А ладно. Ты готова свою жизнь посвятить медицине? А на кого именно? Случайно не на Можно мне тоже салфеточку? Очень крупные. Да. А что в рот прям не помещает. Спасибо большое. В общем, я с детства сама себе поворовала все зубы. Ты хочешь быть зубным? Стоматолог. Да. Это очень прибыльная профессия. Да, я знаю. Вот. И у меня еще, знаешь, мамина мечта, чтобы она меня увидела в белом халате. Моя мама тоже была такая. Кстати, по-моему, очень сильно подходит белый. Кстати, лицо. Вот. А, я, короче, твой номер не удаляю. Да, хорошо. Я твой номер не удаляю. Просто я зубы, слышу, зубы нынче дорого. Да. Бесплатно. Вот. Поэтому классненько. Угу. Вот. А ты вообще в какую группу поступала? Я поступала в третью, в экономический. Я ничуть не жалею, что именно выбрала экономику. Я, кстати, тоже хочу в третью группу. Угу. Да? Ты в каком классе? Я в 8-м. Ну, ты еще уже ходишь, наверное, да, на занятия? Сейчас уже надо. Потому что, когда я готовилась, то есть дети по 2 года, по 3 года ходили по репетиторам. Если честно, я готовилась сначала во вторую группу. Хотела стать бухгалтером. А потом как-то я подумала, нет, это не мое. Реально вообще не ее. Вообще, я вам так скажу, бухгалтерия, сейчас выходят новые программы, которые решают даже без человека бухгалтерские вопросы. Ну вот, пожалуйста. И уже как бы нужды в этой профессии не осталось. А стоматолог – это всю жизнь. Всю жизнь хлеб. Конечно, всегда нужно будет лечить зубки кому-то, брекеты ставить. Вот. Становилась? Нет. Я просто спрашиваю. Ой, мне все развалилось. Нет, какой наесться? У меня только начался аппетит. Ты как будто не знаешь Айку. Ну, я бы не сказала, что я прям много ем. Ну так, штук 30, да? Это так, ничего. Но мы будем снимать для вас очень крутые тиктоки. Да, кстати. Поэтому обязательно ждите. Какие роллы вам понравились? Мне очень нравится с чипсами. Мне тоже с чипсами нравится очень. Так, вопрос такой. Давай. Краситесь ли вы или со скольки лет вы начали краситься? Я уже вам могу сказать, так по секрету, кто здесь красится. Я максимум могу только ресницы накрасить, и все, и помаду, гигиенист. На самом деле, я просто делаю, я тоже крашу ресницы, и помаду иногда, и блеск, все. А так прям, из-за того, что наша мама не любит, на самом деле. Она за больше естественную красоту, из-за этого мы тоже стараемся. Ну, у вас чистая кожа, мне кажется, нету даже смысла краситься. Вы так и красотки, девочки. Да. Вы все красотки. От красотки, слышим. Так, ты не боишься к себе приглашать подписчиц? Нет, я не боюсь, потому что мои подписчицы – это моя семья. Как это мило. Да. Так, откуда вы знаете друг друга? Если будете снимать видео, не забудьте передать мне привет. Передавай. Это Аща написала. Привет. Привет, Аща. А, и еще у меня Фариза тоже. Она очень давно тебя смотрит, моя одноклассница с сестрой. Да? Да, вот. Передавай всем привет. Я упомянула. Знаешь, мы сидим такие в классе, думаем... Вчера пошли в класс, чтобы сдать там учебники еще. Вот. А вы ходите на занятия вообще? Нет, мы не ходим, у нас только дистанционно. И все. Красота. Вот. И они мне все говорят, составь список, и во всем виде ты будешь говорить, типа, передаю привет даты, передаю привет даты. Так что сплошно везде с приветами. Дети очень соленые вот эти. Я их уже умела.
Уже мне раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять. Мне 10 штучек осталось. У каждого было по 17. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Да ты молодец. Я увидите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ты отстаешь, давай. Так, ладно, я поем. Вот дальше. Кто по знаку зодиака? Я Козерог. Я родилась 12 января. У меня, кстати, с Козерогами всегда очень хорошие. Да. Я по знаку зодиака Весы. День рождения у меня 23 октября. На заметочку. Вот. Как-то сыра, мне кажется, в этих роллах маловато. Кофе. Это вот эти, которые? Угу. Какие языки вы знаете? Да. Значит... Азербайджанский. Азербайджанский. Это, конечно. Мы просто живем в Азербайджане. Да. Ну так, нормально. А, кстати, у меня был экзамен. Я только-только сюда приехала. И экзамен состоялся так. Всего 30 вопросов. И ты должна на 15 ответить. И мне так повезло. Как знаешь, я 15... не знаю грамматику азербайджанского языка. Всего год... Получается, нет, мы меньше уже два года как уже приехали, и всего я год учила. Это азербайджанский. В общем, я сдала 15 из 15. Такая, блин, все, мне повезло. И круто. Прошла. Как бы всего 30 вопросов, если отвечаешь правильно на 15, то ты проходишь. Это получается просто зачет и не зачет. Вот да. Так что, это получается, когда вы в школу, то есть идете... Это государственный экзамен. Да. Это в каком классе? Это в 9-м. В 9-м и в 11-м. И в 11-м тоже будет. В 11-м, кстати, самый первый азербайджанский будет. Мол, ты должен знать свой родной язык. Да. Я когда в универ поступала, у меня тоже такое было. Я написала 17 из 15 и прошла. Там легкий вопрос. Там просто такие вопросы, какого цвета флаг, там такое, да. Да, в 11 классе очень простые вопросы. Хотя пугают, говорят, идите к репетиторам и так далее. Нет, учитесь, девочки, конечно, но там очень просто. Ну, знаете, всегда говорят, что в русском секторе азербайджанский язык намного легкий. Да, да, ну, вот это самое. А главное. Также и в азербайджанском русский легкий. И там, знаете, какие там фразеологизмы бывают какие-то, да? Но ты должна его перевести. Что имеется в виду? Да, да, да. Или же подобрать подходящий фразеологизм. В общем, уже. А, так вот. Азербайджанский, русский и английский. Ну, английский так, соу-соу. У нас у всех соу-соу. Прям супер-пупер говорить мне, прям свободно. Я 3 часа думаю перед тем, как какое-то слово сказать. Вот я, например, смотрю зарубежных блогеров, да? Я понимаю, но я не могу выразить свою мысль. Может, это потому, что я смотрю бьюти-блогеров, например, я знаю, они одни и те же слова постоянно повторяют. Да. Эй, шадл, там, не знаю, фондейшн, я поняла, все знаю. Вот. Тебе просто нужно, знаешь, поговорить с кем-нибудь, хоть неделю. У меня есть человек, который очень хорошо знает английский язык, даже учился за границей на английском языке. Вот, но что-то мы не можем двинуться с места. Я реально уже наелась, я просто не могу. Я, кажется, знаю, кто выиграет здесь. Все. Я лучше сок попью. Мне кажется, победитель просто очевиден. Я думала, Ася вообще никто не выиграет. А оказывается... В общем, если вам понравилось это видео, и вы хотите еще раз увидеть моих прекрасных подписчиц Фариду и... Амина. Я знаю, почему Айка запомнила имя Фарида, потому что я такая Фарида. Ну, да, да. Слишком часто говоришь. Ну ладно, ничего. Меня зовут Амина. На этом все. Всем пока! Как детский сад.